В Восточном Казахстане организован молодежный караван «Рухани Джангару Жастар Жолы». В его составе молодежные организации, представители областного управления внутренней политики, образования, здравоохранения, банков, а также предприниматели и психологи проводят информационные встречи в регионах. Они рассказывают сельской молодежи о возможностях государственных программ и оказывают методическую помощь. Работа молодежного каравана «Рухани Жангру Жастар Жолы» организована в целях информационно-методической помощи для сельской молодежи, а также реализации и продвижения программной статьи «Рухани Жангру». В этот раз рабочая группа посетила село Глуховка Бескарагайского района. Вместе с молодежью члены группы обсудили новые программы, открывающие возможности для занятости и обучения молодого поколения. В основном у нас информация для молодежи не доходит до сельской молодежи. Оказать хорошо это в городе, в районном центре, где есть все возможности, они могут в социальных сетях прочитать, в сайтах, в газетах, но в таких сельских местностях, именно в отдаленных, они, получается, информацию не доходит для молодежи. И основная цель нашей поездки, чтобы информировать молодежь, сказать, какие у них есть возможности, рассказать им, чтобы они включились и реализовали свои проекты, свои идеи. Села посещают не только молодежные организации, но также представители областного управления внутренней политики, образования, здравоохранения, фонда ДАМУ, палаты предпринимателей Атамикен, жилстрой Сбербанка, теологи и психологи. На сегодняшний день существует рабочая группа, созданная по программе «Молодежный караван», которая заключила меморандум о взаимном сотрудничестве с Департаментом юстиции. Его основные цели – оказание правовой помощи населению. Совместно с этими группами на сегодняшний день в ряде населенных пунктов Бардулихинского, Бескарагайского, Глубоковского, Шаманайхинского районов ВКО с такой разъяснительной работой и инициативой проводим сегодняшнее мероприятие. На сегодняшний день встречи прошли в 6 отдаленных сельских округах. Участники молодежного каравана встретили жителями Кукпектинского, Зайсанского, Тарбагатайского, Жарминского, Аягосского и Урджарского районов. В селе Глуховка, по словам директора районного молодежного ресурсного центра, на сегодняшний день идет активная реализация программы «Жаска Сыпкер». В настоящее время ведется очень тесная и активная работа с молодежью села Глуховка Бескарагайского района. Несколько месяцев назад мы, работники молодежного ресурсного центра, посетили данное село и рассказали о программе «Жаска Сыпкер». В настоящее время в селе Глуховка 7 предпринимателей прошли обучение по данной программе и готовят свои бизнес-проекты. В рамках молодежного каравана в местной поликлинике был организован прием узких специалистов. Стоит отметить, что это молодые врачи. После Бескарагая молодежный караван отправится в Бородульхинский район. Бахытгуль Казец, Ернур Калелов, телеканал «Семей».